Корнеплод, вот это корнеплод, не корнеплод. Давайте будем сейчас в этом разбираться в вопросе. Смотрите, интересно, как об этом думать, как с этим рассуждать. Смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что человек, который трудится на этой земле, работает, он сталкивается с трудностями. Ему нужно побеждать. Чтобы побеждать, нужно есть корнеплоды. Потому что от фруктов у тебя вот этой энергии победы не будет. От фруктов дают оптимизм, счастье, ля-ля-ля-ля-ля. Но если ты хочешь работать серьезно, ты должен есть зерна и должен есть корнеплоды, иначе у тебя не будет силы работать. Прошлые зерна, к вашему сведению, тоже они связаны с убийством. Потому что зерно прорастает, ты его убиваешь. То же самое, как корнеплод. Но без них нет жизненной силы. Понимаете, если человек активно трудится, ему нужно жить. Активно. Должен есть достаточно овощей. Причем каких овощей? Овощей, которые растут под землей. Ну как их есть? Их надо тушить.